как раз ведь показано четко, что Криштиану эту атаку начал. Он сыграл с Модричем в такую самую длинную, наверное, в мире стенку. И дальше уже вошел в штрафную, пробросив мяч между ногами Гальвесу. Спасибо нашим испанским коллегам. Они здорово этот эпизод поняли и показали ровно с того момента, откуда надо. Потому что Роналду в этой атаке принял участие в самом ее зародыше, когда еще не было понятно, что это атака, когда атака была еще обороной. Это он отобрал там мяч, ну или, по крайней мере, скажем так, обезопасил.